Всем огромный привет! Сегодня готовлю картофельно-мясную запеканку с интересным названием «Харя». Раньше ее бабушка готовила каждую субботу в банный день к ужину и подавала с квашеной капустой и с солеными огурцами. Это очень было вкусно и никогда не надоедало. Я уже и забыла про нее, но на прошлой неделе мы были в гостях в деревне у родителей, и мама приготовила ее к ужину. Сырой картофель очистим, вес очищенного картофеля 1,5 кг. Это примерно 8 клубней. 400 грамм сырого картофеля разрежем тонкой соломкой. Одну большую луковицу разрежем кубиками. Свежую капусту 100-150 грамм разрежем соломкой. В миску кладем картофель нарезанный. Добавляем капусту. Кладем 400 грамм фарша любого. Одну чайную ложку соли, черный перец по вкусу. Все хорошенько перемешиваем. Оставшийся сырой картофель натрем на крупной терке. Если картофель слишком сочный, можно слегка его отжать. Форму круглую смазываем хорошо растительным маслом. У меня диаметр формы 26 см. Кладем чуть больше половины тертого картофеля и распределяем по форме. Формируем бортики. Хорошо утрамбовываем, подсаливаем. Кладем начинку, разравниваем. На начинку кладем сливочное масло, примерно 40 грамм. Сверху закрываем оставшимся картофелем. Хорошо приминаем, так чтобы картофель ровно улегся. Сверху на картофель кладем еще 40 грамм сливочного масла. Ставим в разогретую духовку и готовим до золотистого цвета и готовности картофеля. Время готовности зависит от сорта картофеля. У меня требуется 1 час 20 минут. При температуре 200 градусов. Свежую капусту можно не добавлять в начинку или можно заменить на квашеную или грибы. Разрезаем на порционные кусочки и подаем к столу, обязательно с какими-нибудь соленьями. Очень вкусно в горячем виде, теплом и холодном. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!